В юбилейном прошли соревнования в память известного тренера по акробатике и прыжкам на батуте Виталия Лилина. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации готовил чемпионов мирового уровня и знал подход к каждому ребенку. Человека уже нет, но дело его по-прежнему живет. Его называли основателем прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в Тверской области. За годы работы Виталий Лилин подготовил более 40 мастеров спорта России по прыжкам на батуте, членов национальной сборной, победителей и призеров первенства мира и России. Мировой успех тверскому тренеру принесло золото первенства мира 2017 года в Софии. До этого никто из тверских спортсменов не поднимался на пьедестал почета планеты по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. И сегодня в его честь прошло торжественное открытие муниципальных соревнований. В этом году мы решили первенство города Твери посвятить нашему уважаемому человеку, нашему тренеру, нашему наставнику Лилину Виталию Анатольевичу, который, к сожалению, нас оставил, покинул. Но мы решили увековечить его память в том деле, которому он отдал всю свою жизнь. Активное участие в подготовке к соревнованиям оказала дочь известного тренера Екатерина, которая пошла по стопам отца и стала тоже тренером, но уже по грудничковому плаванию. Она с детства видела, как Виталий Анатольевич предан своему делу и чуток к своим воспитанникам. Мой отец был большим профессионалом своего дела. Он очень хорошо чувствовал детей и знал подход к каждому ребенку. Он готовил чемпионов мирового уровня. Был для своих многочисленных учеников ориентиром в жизни. Многие его ученики связали свою жизнь со спортом. Порядка 100 спортсменов в возрасте от 7 до 14 лет приняли участие в муниципальном первенстве в дисциплинах акробатическая дорожка и двойной мини-трамп. Победителей и призеров наградили кубками, дипломами и ценными призами. В будущем соревнования планируют вывести на межрегиональный уровень.